Праздник для автомобилистов. Завтра должны открыть мост на Октябрьском проспекте. Закрыли его на капитальный ремонт в декабре. Он находился в аварийном состоянии. К тому же, скоро под ним должна пройти Лыбецкая магистраль, потому необходимость ремонта путепровода была весьма актуальна. Вместо прежних 4 полос теперь на мосту будет 6. Появится новое освещение. Первоначально открыть объект собирались в сентябре, но без Октябрьского проспекта в центре Владимира образовались большие пробки, и было принято решение вести реконструкцию ускоренными темпами. Эти же мостостроители теперь будут ремонтировать путепровод, ведущий в промзону на юго-западе. Сегодня ночью во Владимире горела иномарка Toyota Land Cruiser. Джип был припаркован у дома номер 6Б по улице Мира. Выезжало две автоцистерны. Площадь пожара составила 6 квадратных метров, то есть можно говорить о том, что автомобиль сгорел полностью. Что это, поджог или возгорание, произошло из-за технической неисправности автомобиля, установят дознаватели. Церковная награда. Андрею Шохину вручили орден Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского. Церемонию награждения провел митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. Орденом РПЦ глава администрации Владимира награжден указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла за внимание и помощь Владимирской епархии и в связи с предстоящим днем рождения. К слову, день рождения у Андрея Шохина только через 4 с лишним месяца. 5 октября ему исполнится 55 лет. И вниманию автомобилистов! На праздник Сретения Боголюбской иконы Божьей Матери во Владимире пройдут 2 крестных хода. В связи с этим будет ограничено движение всех видов транспорта. 2 июня с 8 до 10 вечера по улице Добросельской от Суздальского проспекта до въезда в город со стороны Боголюбова. И 3 июня с 9 до 11 утра верующие пойдут по улицам Добросельской, Большой Нижегородской и Большой Московской. Соответственно, и в это время водителям придется выбирать маршруты объезда.